начинаю переходить дорогу, смотрю хлопок, что-то взрывается, смотрю, что-то летит вверху. Как я это позже понял, это люк был. Далее. Смотрю, все зашевелились, смотрю, слышу крики. Не сказать, что это совсем было газовое оборудование. Я бы здесь, наверное, посомневался. По словам водителя, там не было газового оборудования, но хлопок был очень сильный, очень. По сравнению, как будто вот взрывается вот именно вот, не знаю, какое-то устройство. Ну, супруги говорят, там есть аптечка, жгуты, несите быстрее. Быстро женщину вылокли, которая поначалу, ну, на первый взгляд, была сильно пострадавшей. Смотрю, там пара выходит молодая. Еще одна девушка, с ними я подхожу, начинаю говорить, все хорошо. Она тоже в шоках сидит, ничего не понимает.